Копить неоплаченные штрафы – дело рискованное, предупреждает госавтоинспекция. Почему? Сейчас расскажем. Нарушения правил дорожного движения выявляют по-разному. Непосредственно сотрудники ГАИ, которые несут службу на дорогах республики, а также при помощи фото и видео. Камеры системы «Безопасный город» ежедневно фиксируют более 200 нарушений. По данным аналитики, в сравнении с прошлым годом автовладельцы стали более дисциплинированными. Но сегодня цифры остаются внушительными. Только в 2017 году на нарушителей правил дорожного движения через систему «Безопасный город» было наложено порядка 29 тысяч постановлений. Значит, и считается, на сегодняшний день не оплачено 8450 нарушений. На общую сумму неоплаченных штрафов порядка 1 миллиона 406 тысяч рублей. Копить неоплаченные штрафы – дело рискованное. Злостному неплательщику могут временно ограничить выезд за пределы республики. Если штраф не оплачен в течение 15 дней с момента вступления постановления в законную силу, это дает основание привлечь гражданина за уклонение от исполнения административного наказания по соответствующей статье Админкодекса. За уклонение исполнения административного наказания, введение уплаты, своевременной неуплаты штрафа, предусмотрено довольно суровое наказание. Это административный арест на срок до 15 суток, исправительные работы на срок до 100 часов, либо сумма неуплаченного штрафа увеличивается вдвое. Стоит добавить, что с автовладельца не снимается обязанность оплатить штраф за допущенное нарушение. Неплательщиков выявляют в ходе профилактических мероприятий и рейдов. Так, 26-летней жительнице Слободейского района, которая не оплатила штраф вовремя, теперь по решению суда придется заплатить в 3 раза больше. Информационно-аналитическим контрольным центром Министерства внутренних дел была произведена выборка лиц, у которых 3 и более неоплаченных штрафа в сфере безопасности дорожного движения. По нашим данным, в республике более 450 таких злостных нарушителей. За неисполнение наказания они будут привлекаться к административной ответственности в судебном порядке. Рейды по выявлению неплательщиков штрафов будут проходить регулярно. К их проведению, помимо сотрудников госавтоинспекции и других подразделений МВД, планируют привлекать также работников прокуратуры и судебно-исполнительной системы.